что, запускаем? Угу. Для начала разольем флакон 100 миллилитров. Теперь переналадим флакон на флаконную 250 мл. На 450. Теперь это все с вами укупорим. Разве немножко. Вручную резиновую, да, такой штучки? Да, это все накидываем. Включаем аппарат. Также есть здесь регулировка производительности. То есть сделаем среднюю пока, чтобы все это быстро не летать. Автоматический режим наладки. У нас в автоматическом режиме. Поехали. И давайте переналадим на другой тип размер. Так. Допустим, вот это. Для этого откручиваем подстаканник. И откручиваем упорочную головку. Все данные шаги описаны в инструкции.